Всех приветствую на своем канале. Я сегодня сделала новую стрижку. Я не знаю, будет ли это видно со всех сторон, но она мне очень нравится. Обошлось мне это счастье 250 рублей всего лишь, но я давно не стриглась в парикмахерских, поэтому не знала, какие цены. И последний раз Женька меня не очень хорошо подстригла, сделала не совсем так, как я хотела. В этот раз меня подстригли именно так, как я хотела, и я выбрала в каталоге стрижек то, что мне понравилось. Оказалось, каталог вообще за 2013 год, но если укладывать, то будет именно как на картинке, а если не укладывать, то будет именно так, как есть. И оно мне очень нравится. Стригли меня в целый час, я даже устала сидевши, но девочка мне очень понравилась, которая стригла очень. Впервые в жизни меня парикмахер, можно сказать, так удовлетворил, именно то сделал, что я хотела. Ну и вообще обзор посвящен у меня заказу от Green Mama, который я делала 8 марта, там есть подарки и, соответственно, сам заказ. Вообще заказ у меня был на 1055 рублей, но одного средства не было в наличии, и после праздников 8 марта мне позвонил консультант и сказал, что вот такого средства нет, но если вы не против, мы вам пошлем посылку, а деньги за средства вернем на счет в плане возврата. И теперь у меня висит там 300 с чем-то рублей возврата, и я могу, если буду делать заказ, допустим, оплатить половину заказа бонусами, к примеру, за красоту, и еще часть этой половины оплатить уже возвратом, потому что сразу же за первый заказ тратится, если выбирать бонусы, сразу и возврат, и какой-нибудь из других бонусов. У меня висит там еще на Яндекс бонус, ну и там еще останется доставка 300 рублей. Ну и перехожу я к своему обзору. Как обычно, все пришло в пакетиках, вот один пакетик. Здесь у меня и заказ, и подарки. Это подарок крем для рук. У меня снова сработала акция на день рождения, и вот мне пришел подарок, второй уже такой подарок на день рождения, крем для рук. Для сухой кожи рук, календула и масло смородины. Меня как-то в комментариях спрашивали, как он пахнет. На самом деле тут масло смородины пахнет, это не смородиной, не самой, как обычно привыкли нюхать, а именно каким-то таким симбиозом и календулы, и, возможно, это именно масло так пахнет. Крышечки у них изменились. Раньше можно было крышечку открыть. Если, допустим, сломалась вот где-то здесь вот эта штучка, то можно было выдавить. Теперь крышечки изменились. Здесь уже ничего не сломается, потому что немножко она другая. И с одной стороны, конечно, удобно, но с другой стороны, когда крем заканчивается, то выдавливать из него остатки уже не выдавишь. Крем хороший, но консистенция, мне кажется, немножко все-таки изменилась. Раньше он был гуще. Сейчас я сделаю для вас небольшой сводчик. Сейчас он уже такой, вот, еще раз сделаю, вот, сейчас он уже не густой, не плотной консистенции, но все так же хорошо впитывается. С чем это связано, я не знаю, может, у них что-то изменилось в их химических лабораториях, но вот такой вот случай, можно сказать. Ну и состав, в принципе, вроде все то же самое, но только все-таки что-то не то. Так, вот такой крем в подарок. Также я заказывала себе набор, состоящий из маски для волос. Маска питательная, восстанавливающая для поврежденных волос, корень лопуха и мать и мачеха. 150 мл. Раньше я ее заказывала, и у меня волосы были, соответственно, длиннее, и мне ее хватало ненадолго, на 3-4 раза. Сейчас я ее специально заказала, рассчитывая на то, что волосы у меня будут короткие, и посмотреть, как будет. Вообще ее можно наносить как после мытья волос шампунем на несколько минут, можно, ну, до 10, допустим, минут подержать и использовать ее в роли бальзама для волос, а можно также нанести, допустим, как тут написано, для более глубокого воздействия можно оставить маску на 1-2 часа. То есть даже можно нанести ее просто на чуть влажные волосы, подержать 2 часа, а потом уже смыть, даже без использования шампуня. Она мне очень нравится, и если у вас проблемы с волосами, то я вам ее советую. Ну и вообще просто для укрепления. Так, а это у меня второй пакетик. Здесь у меня шампунь. Как раз он был из этого набора. Сейчас я его попытаюсь вскрыть. Так, чтобы он... Ну, видимо, вскрыть у меня... Хотя нет, все-таки надо попробовать его вскрыть так, чтобы он не порвался, этот пакетик. Вот я его все-таки открыла, развязала. Так, вот такой он у меня уже был как-то в обзорах, он мне очень нравится, это мой любимый шампунь в Green Mama. Шампунь от перхоти, лесная вишня и репейник, лечебно-оздоровительный курс. На самом деле, я его беру не от перхоти, а вообще сам по себе. Он для всех типов волос, и он мне очень нравится по консистенции и по тому, как влияет на волосы.
И запах у него очень вкусный. Вишенка и чем-то таким еще, возможно, симбиоз тоже так же, вишенки и репейника. И вообще мне очень нравится косметика Green Mama, она в основном лечебная. И если у вас опять же проблемы с волосами, то я вам очень советую этот шампунь. Так, потом у меня еще один продукт заказа, это нежный пилинг для очень чувствительной кожи, малиная и овсяная мука. 100 миллилитров. Он дорогой, он и раньше был дорогой, сейчас он мне обошелся в 325 рублей. Я в этом заказе не использовала бонусы, поэтому бесплатная доставка у меня вышла. После открытия он живет 6 месяцев. Кстати, сроки годности не посмотрела. Это до января 2018. Это у нас до февраля 2018. Шампунь у нас тоже до февраля 2018. И крем для рук аж до марта 2018. Здесь у нас еще откручивающийся колпачок и слюда. Я не буду пока открывать, потому что у меня сейчас пока в ванной стоит скраб, который я покупала с Аленкой, когда она мне делала подарок на день рождения в Ревгоше. Но когда он закончится, то я открою этот и потом, возможно, покажу вам сводч или расскажу о нем в пустых баночках. Вообще он мне очень нравится, я его пользую, когда он у меня бывает, я его пользую каждый день. Он нежный и реально для чувствительной кожи. И очень хорошо очищает кожу. Если вам не очень нравятся скрабы или есть желание не раз в неделю пользоваться, ну хотя бы раз в 3 дня, то я вам его советую, он очень нежный, действительно, очень классный. Ну и последнее, это у меня огромный такой подарок. Впервые за мое пользование Green Mama, у них можно было выбрать на 8 марта девочкам. На 23 там были тоже подарки, но я не делала заказ. На 8 марта хорошо, что я подождала. Можно было выбрать аж набор. И вот этот вот набор пришел мне в подарок на 8 марта. Это шампунь, бальзам для волос, тоже в пакетике, и тоник в подарок. Вообще, если покупаете такой набор, то платите только за шампунь и бальзам для волос, и тоник действительно для лица идет в подарок. Это серия, тут у нас морской сад, она мне очень нравится, мне нравится и тоник вот этот. Их вообще 2 типа, я пробовала и тот, и другой, мне очень они нравились. И вот эти шампуни. На самом деле шампуни тут от секущихся волос. Сейчас они у меня уже не секутся, благодаря стрижкам Женьки. Но мне очень просто нравился именно вот этот шампунь, он и по консистенции бальзама, но мне все очень нравилось. И он тоже, в принципе, для всех типов волос. Ну вот видите, какой он тут практически прозрачный, он желеобразный, густой. И тоник, он вообще тоник для лица от расширенных пор и черных точек. И он немножко подсушивает кожу, если она смешанная или жирная. Но на лето такой тоник очень хорошо. Если вы вдруг будете брать что-то в Green Mama, то я вам советую. Можете брать сразу же вот таким набором. Он, по-моему, стоит около 400 рублей. Я точно не помню, не буду врать. Но на сайте, если что, можете увидеть сами. Вот что у нас тут написано. Шампунь биоламинария с морскими водорослями держит, очищает, не сушит волосы и кожу головы. Экстракты водорослей увлажняют, уплотняют волосы, препятствуют иссушению и появлению секущихся кончиков. Бальзам-кондиционер поможет волосам вернуть здоровый вид и блеск. Ну и в подарок матирующий тоник для лица с эфирным маслом чайного дерева. После открытия живет 6 месяцев. До какого у него срок годности, я сейчас не посмотрю, потому что это надо все открывать. Открывать мне сейчас пока не хочется, потому что, в принципе, у меня пока есть шампунь, которым я пользуюсь. Поэтому, если что, я, может, расскажу вам в пустых баночках, ну или, если кому-то интересно, сделаю просто отдельный видеообзор. Если вам было интересно это видео или полезно, или вообще и то, и другое, и вы досмотрели меня до конца, то я вам очень благодарна. И ставьте лайки, пишите комменты, подписывайтесь на мой канал и до новых встреч. Пока!